Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжаем пытаться вернуться к формату коротких выпусков. Формат выпуска. Я с вами хотел поговорить о применении, естественно, ваших любимых анаболических стероидов и, в общем-то, всяких разных заболеваний, точнее, даже мутантных заболеваний. Это очень интересный момент. И с чем это связано? Связано это с тем, что я вижу, вы очень любите такие псевдорегламенты, я их называю. Ну, это вот берется какой-нибудь болдынон, и говорят, что, знаете, вот болдынон, он совершенно не требует администрирования и коррекции, соответственно, в плане эстрогеновой активности, в плане активности ароматазы. Он даже ее снижает несколько. Если вы будете использовать болдынон, в этом плане прям мы даем 100% гарантию, особенно вы любите между собой так общаться в переписках. У вас вообще вот переписки, я вот когда читаю, я прям удивляюсь, у нас прям везде все 100%. Такое ощущение, что это у врачей не изучено, у обывателей вообще и у качков давно все известно, 100%, все чуть ли не от рака, там сейчас тебя вылечат. Все знают. И здесь, конечно, людям думающим, людям, так скажем, заинтересованным в собственном здоровье, как минимум, я хочу объяснить, почему вот эти вот регламенты не работают. Даже если иногда это написано в инструкции. Ну, к тому же болдынон действительно так и есть. Там нет проблем, ну, таких ярких с ароматазой. Если мы возьмем условно, это очень важно, условно здорового человека, естественно, никаких это утверждение, оно будет на 100% правильно, никаких проблем с ароматазой условно здорового человека при болдыноне. Потребление болдынона не будет, вот, значит, ну, даже если он там тестостерон какой-то, там 500 тестостеронов в неделю себе ставит в виде цепионата, допустим, какого-то, если и будут проблемы с ароматазой, то там все равно они будут достаточно пограничными и невыраженными, ну, самая плохая побочка, которая у него будет, может быть, будет отек. Это если мы взяли такого прям генетически классного парня. Но в чем особенность генетики человека в целом? Что вот такие генетически классные парни, они, как правило, один на миллион. И, в общем-то, еще какой момент, что когда у человека в целом он физически развитый, крепкий, у него здоровый тестостерон и прочее, к стероидам он приходит в самый последний момент. Если мы искренне, честно, так скажем, положа руку на сердце, разберемся, почему люди приходят к стероиду, это какие-то всегда неудовлетворенность психологическим состоянием, физическим состоянием. Это нормально, мы все хотим развиваться, но бывает, что наша генетика, она нас тормозит и не дает нам развиваться в плане, соответственно, либо физического, либо эмоционального состояния, и там чуть-чуть тестостерон там может подкорректировать эмоциональное состояние, ну уж физическое очень ярко может подкорректировать. Вот. Соответственно, здесь есть момент. Есть один момент очень важный, к чему я все это веду. 95% людей, которые, соответственно, обратились за приемом анаболических стероидов, они обратились на фоне хронической усталости, на фоне, там, допустим, бывает низкого тестостерона, бывает, конечно, это ошибочно, у них, допустим, может быть, был диабет, как я всегда рассказываю, или инсулинорезистентность, но вот он
решил вот так вот симптоматику купировать тестостероном. И некоторые так всю жизнь ее купируют, но это плохая идея, не делайте так. Вот, в общем-то, и, ну, так или иначе, это вот как некий бустер такой, ну, неправильно сказать бустер, чит назовем, да, вот, соответственно, к нему обращаются люди, кто не справляется сами с какой-то вот проблемой потенциальной, которая со здоровьем поможет ему, соответственно, вот тестостерон. В чем суть? То есть, если мы рассматриваем такого человека, вот, который чем-то недоволен, мы его еще не обследовали, просто вот размышляем, да, думаем вместе со мной. Вот есть человек, который недоволен собственным самочувствием, собственным физическим, как правило, недоволен, так и психологическим. Явно такой человек имеет какой-то набор, возможно, не одного заболевания. Далее, если мы даже абстрагируемся от приема анаболических стероидов, мы возьмем всю фармакологию в целом и влияние любого фармакологического препарата, коим являются анаболические стероиды. Анаболические же стероиды – это же, ну, фармакологический препарат. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Вот. Там откроем любую инструкцию. Мы увидим, что для фармакологических препаратов любых пишут отдельно список заболеваний, когда эти фармакологические препараты ведут себя не очень хорошо или ведут каким-то себя непредсказуемым образом. Вот. И вы это можете увидеть там с осторожностью, при там заболеваниях почек написано, там бла-бла-бла, противопоказания, показания, и там все это широко описано, когда и что они как-то себя могут так себя повести. Потом есть графа индивидуально там взаимодействие с другими препаратами и так далее. Ну, там пьет человек, допустим, может быть, у него там, соответственно, у нас есть гипертония, да, и он пьет какие-нибудь, соответственно, кардиологические препараты, вот, а мы ему там стероиды даем. Поменяется в не очень лучшую картину, да, сторону. Вот. И к чему я это все веду? Такие препараты, как балденон и там тринабалон тот же, и огромный спектр других препаратов, на самом деле у нас вот эта вот графа лекарственных взаимодействий, как они влияют на некоторые, соответственно, заболевания, она отсутствует. Если это какое-то заболевание, там, так скажем, не часто встречающаяся, иногда мы чуть ли не опытным путем должны увидеть на анализах, а как это у него будет. Вот. Ну, например, приведу ту же гидроцефалию. Вот напишите мне в комментариях, как вы считаете, если мы у пациента обнаружили гидроцефалию, как и какие стероиды на этом скажутся? И тут еще вопрос степени выраженности будет, да, гидроцефалии. А мы бывает... делаем МРТ мозга у людей по разным причинам, совершенно случайно обнаруживаем, кто-то вообще приходит там с жалобами, там, я не знаю, на неврологию какую-нибудь, а заодно и обнаруживается гидроцефалия у него. Вот. И таких примеров уйма, целая куча. Вот. И помимо этого у нас еще есть мутации генов. Когда, допустим, идет мутация гена, который я снимал отдельный выпуск, да, и, соответственно, рассказывал, происходит мутация гена, и у нас изначально ароматазы много, у нас изначально пациент эстрогеновый, и балденон там ничего не решает. Там, в принципе, анаболические стероиды, как бы, да, они не могут купировать вот это вот огромное количество эстрогена, которое у пациента есть. И ингибиторы ароматазы, возможно, ему как бы показаны и вообще даже без употребления анаболических стероидов пожизненно, потому что у него генетические мутации различные. Вот. И порою там еще и накладывается и присутствие изначальной гинекомастии уже, и ожирение, и чего хочешь. И нельзя давать универсальные советы. То есть, когда вы пытаетесь рассуждать универсально по отношению... Я вот посмотрел какого-то видео, какого-то качка, он мне сказал, что
у Васи, Пети не было проблем, и у него у самого не было проблем на балденоне с эстрогеном. Ну, соответственно, значит, и у меня не будет. Вы не знаете. Может быть, там не с эстрогеном, там с чем-то еще будут проблемы. То есть мы должны очень широко смотреть на ситуацию. Чтобы широко смотреть на ситуацию, в первую очередь мы должны учитывать мутантные заболевания. Это и диабет, он может быть, ну, вызван мутацией. Мы, кстати, про этот выпуск уже снимали, читали учебник врача. Пока только начали обсуждать диабет, но тем не менее. И с диабетом сложно. С одной стороны, стероиды, они помогают реализовывать глюкозу. С другой стороны, они увеличивают аппетит, что будет увеличивать выброс инсулина. И еще вторая сложность – это гиперхолестеринемия, потому что сам диабет вызывает гиперхолестеринемию, употребление стероидов вызывает гиперхолестеринемию однозначно. И дизлипидемия тоже. И, соответственно, получается проблемочки такие серьезные в плане вот этих всех вещей. Поэтому я так часто говорю, что нужно изучать анамнез. Мы фактически очень поверхностно можем предсказать работу того или иного препарата. Если даже действительно у нас все изучено, мы все равно должны знать, о каком мы пациенте говорим. И это очень важно. И когда там кто-то очень расстроенный мне пишет, как же так вы говорите, что вот там балденон, он же такой классный там, допустим, не может быть, 100% не может быть на нем ни о какой ароматазы. А я как бы в выпуске, вот, который предыдущий делал, я прям там так и говорил, мутация гена. То есть это же очень важно. Обычный человек, он не мутантен, да, он, ну, там, попадает в статистику по эстрадиолу и прочему, и, ну, надо понимать, что у одного мутация гена ароматазы, а у другого человека будет гиперпролактиномия на фоне пролактиномы, и, может быть, она была не выраженная, да, пока он не применял анаболические стероиды, вот это пролактинома, это имеется в виду, но образование в гипофизе. Но эта картина стала ярче на фоне приема анаболических стероидов. И вы это ничего не знаете. Даже про себя не знаете, потому что очень редко кто делает там МРТ гипофиза, а пролактинома она может себя не проявлять до определенного момента. И вы такие, ой, ну там какой-нибудь там анаболический стероид точно не повышает, соответственно, допустим, уровень пролактина. А представим такую ситуацию, да, чисто вот клинически размышлять. Окей, сам анаболический стероид не повышает уровень пролактина какой-нибудь, ну, возьмите там, я не знаю, самое банальное, те же там, не знаю, что-нибудь супер давайте безопасное возьмем, что точно не повышает, прима. Ну, там, не будет она повышать, точно не будет. Как-то выражено там 250-500 тестостерона классического не будет повышать, ну, точно не будет. Оксандролон не будет сам, ну, пролактин повышать, точно не будет. Вот, что-нибудь такое, вот возьмите легкий курс какой-нибудь, ну, там, где мы вот прям можем сказать, ну, нет никаких данных по пролактину, действительно, все супер. И человек спокойно идет, и он не ждет здесь повышения пролактина, он не сдает анализы на пролактин. А что может произойти? Особенно у человека, у кого еще ярко стероиды работают, на кого, кто там, может быть, не так часто на курсе или не с большими дозировками, и он еще не научился себя как-то контролировать. У него раз и аппетит подрос. И он не знал, у него и так был гиперинсулинизм. А, соответственно, с подросшим аппетитом у него совсем вот этот гиперинсулинизм он перешел в острую такую форму диабетическую. Но он этого, ну, не замечает. Ну, подливает его там чуть-чуть. Ну, он думает, может быть, там натрий скопился, да? Потому что на стероидах везде, на самом деле, в инструкции пишут, там, задерживает натрий. А думает, может быть, там эстрадиол подрос. Все-таки там от тестостерона что-то сдает, эстрадиол пары бывает. И до пролактина они не доходят, потому что тот список стероидов, который заявлен был, там не заявлено повышение пролактина. Однако мы знаем, что сам инсулин, кому нужно, когда я снимал про рак молочной железы, соответственно, я выкладывал исследование отдельное, можете посмотреть, под этим выпуском есть. На сегодняшний момент мы 100% знаем, что инсулин растит абсолютно и доброкачественный, все новообразования способствуют росту и злокачественных.
Вот. И на этом фоне может незначительно, но ей многое не надо, пролактинома может увеличиться и дать дополнительные выплески пролактина. А вы в комментариях кому-то насоветовали, что ему 100% вот от этого курса пролактин не повысит и прочее. Сам по себе пролактин дает другие нарушения метаболические, да, кому интересно, смотрите мои выпуски про пролактин, все снято, кстати, кто не знает, на канале уже более 1000 видеороликов и озвучено очень много интересных тем. И вот вам, пожалуйста, как мутация определенная, да, определенное незначительное, казалось бы, новообразование в результате приема анаболических стероидов и косвенной стимуляции, да, аппетита и повышения инсулина у нас вырос пролактин. Может быть такое, может, не у всех. Я согласен, не у всех. Но насколько я привожу индивидуальные случаи, да, такие вроде бы казалось не вот популярные, но и настолько люди все индивидуальны. Вот. И насколько, посмотрите, там длина конечностей у всех разная, и уже там техника упражнений там в тренажерном зале может меняться. А тут не просто гормоны, тут в роль вступают гормоны, и всегда что первичнее гормона? Это гены, да? Это то, как эти вообще там гормоны и различные вещества будут у вас там вообще создавать вас, да? Это первоначально важный момент. И многие об этом забывают. И люди, огромное количество людей, все вот перегиб желчного есть, я про это снимал, желчных путей. И вот, соответственно, уже все будет меняться. Удалили желчный, все будет меняться. Соответственно, в усвоении пищи и косвенно будет затрагивать и качество приема анаболических стероидов, результат от курса по массонабору. Поэтому мы на сегодняшний день не можем 100% вот так вот в комментариях кому-то посоветовать или ответить и сказать, ой, ты знаешь, там, применяй вот эту вещь, она абсолютно безопасная. Фармакология не может быть абсолютно безопасной. И фармакология – это такая вещь, которая не работает, ну, на 100%, пока мы не изучили самого пациента. Нет таблетки от всех болезней, нет таблетки, чтобы накачаться там, или чтобы там, я не знаю, вот условно там убрать синдром хронической таблетка только вот устранение синдрома хронической усталости. Потому что причина синдрома хронической усталости огромная. У кого-то это, соответственно, повышение инсулина глюкозы, а у кого-то это дефицит андрогенов. И дефицит андрогенов тоже бывает разный. Бывает то, что дефицит тестостерона, а бывает и дефицит всех андрогенов, когда и женские тоже проседают. Вот. И все это у всех идет по-разному, абсолютно. Поэтому, дорогие друзья, для чего этот выпуск такой, затрагивающий вот особенно про мутации, да? Потому что о мутациях мы можем сами не знать, и они могут в одночасье себя проявлять. Поймите одно, если вы используете анаболические стероиды, вы должны ежемесячно сдавать определенный пакет анализов, про которые я говорил в каждом видео, про каждый препарат, и проводить мониторинг здоровья. Не получится на глазок использовать их, и тем более не получится, если мы адекватные взрослые люди, в комментариях кому-то что-то насоветовать, типа делай деку по 200, там как вот это вот пишут, бред я считаю. Ну, это просто с ума сойти. Вот. И так не делают. Так просто сделать невозможно никому. Так что вот, дорогие друзья, такая ремарка. Я надеюсь, этот выпуск будет для вас полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте умные вопросы в комментариях. В общем-то, и да пребудет с вами здоровье.